Привет, это сингл. Продолжаем мы выживать на карте Project Russia. Прошлую серию я закончил вдали от своей базы. Следовательно, вот здесь я, а здесь моя база. Можно будет еще походить тут подлутаться немножечко, ну, самую малость. Но лучше было бы, конечно, возвращаться на базу и садиться вычитывать книги, потому что что-то я уже понаходил. Что-то я еще не нашел, но можно было бы уже начинать потихоньку качать собирательство, потому что собирательство это как бы основной источник еды. Ну, естественно, конечно же, рыбалка еще, но рыбу ловить я пока не буду в другие разы. Такс. Тут ничего нет в этом доме. Ну и ладно. Нет и нет. Сразу же помечаем крестик. Либо же я думаю. У меня, кстати, плечо там цапнули. Давай перемотаемся бинтиком. Умоемся. Бейзик, наберем водички. О, привет, зомбу. Привет. Не вставайте. Ну не вставай. Я же говорил, не вставай. Так, вилку садовую берем. Так, ты еще здесь. Ты приляг. Ты приляг. Так, давай вот эти домики еще подлутаем и потом пойдем огородами, лесами на базу. Авось на кухне что-нибудь калорийного найдем. Да, кстати, 70 килограмм. Дебаф ушел. Но надо еще немножко. А, не, подожди, стоп, не ушел еще. Уже 75 килограмм. Давай виноградика покушаем. Так, морозилку я не смотрел еще, нет? О, привет. Ты тут живешь, да? Ну ладно, мешать не буду. Не буду я тебе мешать, товарищ. Это соседи? Где? Вот. Отдыхай. Там еще кто-то ломится. А где? С другой стороны, что ли? О, приветики. Хорошо, что два. Потому что много триггерить мне их как-то не хочется. Вообще, если бы у меня было много книг, я, наверное, даже скипнул бы месяц. Скипнул бы месяц для того, чтобы избавиться от зависимости алкогольной. Потому что она очень мешает играть. Еды у меня, в принципе, там достаточно. Но, опять же, генератор, если крякнет... Будет уже не сладко. Падаете вы, а? Это же живучий гад. Падай, говорю. Хорошо. Так, ничего у вас тут нет интересного. Делаем пометку. А, я уже пометил этот дом. Давай сюда. На огороде есть еда, вижу. Надо собрать и покушать. Так, и там морковочка растет, кстати. Так, фермерство вкачалось. Слушай, а почему я не читал книгу на фермерство? Либо я ее не находил. Странно. Ну ладно. Так, и нож для конвертов, морковка, картошка сюда идут. Идем дальше. Еще этот домик. Я думаю, что тут их немного осталось, правильно? Или неправильно? Ну, не особо-то и много на самом деле. Так, колодосик. Сосиска берем. Тут пусто, тут пусто.
шкафах чего? Кроссовки. Кроссовки нам не нужны. Очень быстро лутаются дома. Кстати, если вы не обратили внимания, то дома по большей степени, они все разные. То есть планировки и так далее. Все разное. Это большой плюс разработчику этой карты. Потому что, например, как на оригинальной карте заходишь в Луисвилл, там, ну, просто хочется плакать. Заходишь в район с пентхаусами, а там все одинаково, и не понимаешь вообще, где ты и чего ты. В принципе, те районы запомнить можно, но глазу будет сложнее это сделать. Да давай, раздупляйся со своей паникой, задолбал. Так, блокнотик. Тут у нас чего? Ничего. На кухне у нас чего? Крекеры. Ну, крекеры мы просто возьмем, потому что это такая еда, которая не портится. А мне сейчас придется кушать то, что портится, в принципе. О, кстати говоря, сосиску же находил, да? Куда я ее положил? В портфель? Можно было бы ее сейчас приготовить. Вот. Вот она, вот она. Кушай. Хорош. Так, домик помечаем. И идем дальше. Так, тут стройка. Все еще надежда на молоток есть. Привет. Тебе тоже молоток нужен был. Так, пусто. Краска. Угу. Я его не подниму? Подниму. Потому что я с той стороны не смог бы посмотреть. Молоток с круглым бойком. Аллилуйя. Я сейчас сижу и улыбаюсь, кстати. Я очень рад, что я его нашел. Можно теперь будет еще и стройку качать. Так, еще веревочку заберем. Бревна потом таскать. Хотя можно было бы и тряпичные веревки сделать, но как-то мне эти больше нравятся. Так, млотик найден. Так, ну вот и конец деревни. Можно перелазить тут через забор. Раз одна зомба, а вот там еще две. У меня сонливость, дамага я не знаю, сколько у меня будет проходить, но ультра мало, наверное. Падай. Хорошо, давай ты теперь. Хорошо, кожаный плащ. Стоп, потом. Попозже немного. Так. Кто-то мне там в комментариях писал, туфли можно, типа, рвать на кожаные тряпки. Я человеку отвечал два раза, говорю, что, типа, держи в курсе. Вот теперь еще и на видео доказательство показал, что нет, нельзя, чувак. Так, ключей нет, ничего нет. В багажнике есть что-то? Разводной ключ. Да, кстати, его возьмем. Потому что тот свой я сломал. Подожди, я... Мешок где? А, лол. Через забор же перепрыгнул. Сейчас было бы круто, если бы я его просто потерял. Так, бери. Бери в дуб руку. Побежали. Сейчас этот домик еще подлутаем.
Подлутали. Давай делаем метку. Чтоб все, в принципе. Наверное, я все здесь залутал, да? Ну, единственное, что еще вот эти дома. Но это уже в другой раз. Надо бежать на базу. Качаться потихонечку. Погнали, переночуем. Кстати, сколько мы там живем? 6 дней. По идее, еще должен геликоптер прилететь в скором времени. Я что-то про него как-то и забыл. Очищай. Умывайся. Пей водичку. Наполняй все и пошли спатки. Или не спатки, я знаю, что мы сейчас первым делом сделаем. Садись. Садись и дочитаем книжку. Что-то мы там читали. Не, не собирательство. Кулинарку первую мы читали. Кстати, слушай, если вертолет прилетит, можно будет и собирательство почитать. Еда у меня все равно с собой есть. Да, наверное, мы так и поступим. Читай собирательство еще. Вот. Надо его потихоньку начинать качать. Так, у меня вода закончилась. Сейчас надо будет сходить за водичкой. Так, 6 утра. Давай за водой сходим. Слушай, наверное, мы пострессуем сейчас. Короче, наверное, эти сутки мы не поспим. Все равно надо ждать, вертолет будет. Как ни крути. Бляха, а меня отсюда видно было бы. А штор никаких нет. Никаких. Блин, ну ладно. Ладно, если меня зомби увидят. Такова судьба. Так, ешь морковку. Она дольше, быстрее портится, точнее. Так, я овощную смесь. Потом сразу еще одну морковочку. И еще одну морковочку. Вжу. Можно еще картошки подъесть. Все, наелся. Да, 70 килограмм, еще толстеем. Отлично. Так, что будем читать? Собирательство кулинарии у нас уже есть. Рыбалка, том первый. Кулинария, том первый. Звероловство. Подожди-ка. Собирательство. Стройка, кулинария. Уже буст есть. Первопомощь нет. Кулинарка есть. Звероловство. Давай звероловство читать. Будем потом ловушки ставить. Все равно их нужно будет ставить. Кстати, подожди-ка. Кстати, подожди-ка. Вот что мы сделаем. Поставим мешок сюда. Где вот туалетная бумага в доп. Руку? Что это на случай, если я прям читать буду, и зомби тут будут ходить, чтобы меня хотя бы не услышали мои пчихи. Так, звероловство, читай. Так, ну это нужно было сделать, потому что, в принципе, когда прилетит вертолет, я бегать нигде тут не хочу. Я хочу сидеть в здании. Чтоб он улетел и никого тут не триггернул лишнего. Так, хорошо. Что еще можем прочитать? Звероловство, газосварка. Наверное, все. Наверное, все. Ну, слушай, давай тогда мотнем время немножко. Покушаем. Пойдем водички сейчас наберем, еще попьем. Пей. Умывайся. Так, тут же нечего приготовить мне будет, да?
Так, горошек пока свежий кушай. Брокколи тоже можешь съесть, они не такие уж и калорийные. А, журналы. Пока журналы читанем. Генныч, хоть я и знаю, но все равно прочитаю, чтобы было написано, что вы это уже читали. Так, журнальчики обратно прячь. Полоски кожи влазят, вылазят уже. Так, и две тряпки. Сюда же. Так, ну и собственно, чё? Погнали. Надо начинать. Надо начинать разбирать мебель и качать стройку. Так, разбирай. Разбирай. Блокнот кидай на пол. Разбирай. Сейчас будет первый уровень. Да. Гвозди не падают. А печку можно? Не, печку нельзя. Печку нельзя. А, тут же еще и стены можно разобрать. Короче, да. Так, это качается электрика у нас, но... Книжку бы почитать, потому что... Это прям ужас какой-то. О, не, я не то разобрал. Я разобрал не то, что надо. Прошу прощения. Так. Так, так как я понял, наверное, внутренние стены можно разбирать только. Угу. Я правильно понял. Вот эти вот деревянные. Так, ну и все, в принципе. Гвозди только поднимем. Электронные запчасти поднимем. Доска, кстати. Кстати, доска. Подожди. Чтобы копье сделать, нужен какой-нибудь нож. У меня его нет. Я его не смогу сделать. Какой-нибудь нож. Так, еще вот тут кусочек стены можно разобрать. Угу. Славненько. Так, этот ящик разбирай тоже. А, ой. Так, болтик. Мешок давай бери в дуб руку. Ну и в принципе мотаем время. Спим. Слушай, он должен был прилететь сегодня, но не прилетел, гад. И что мне делать? Ну, восьмой день. Восьмой день. Пошли тогда к другому дому. Там что-нибудь тоже поразбираем. Выбор небольшой, чем... А, ну да. Здесь я уже наразбираюсь, да. Что там? Что там у забора? Цветок какой-то. Или у меня глюки, или это вертолет летит. Так, хорошо. Дверь разбираем. Так, стройка вкачалась, нет никакого смысла сейчас что-то разбирать. Нужно просто ждать теперь. Так, ну давай пока одежду им порвем. Так, футболочку тоже рви. Хорошо. Грязные тряпки сюда. Нитки выпали? Не, не выпали. Жалко. Очень жалко. Так, мешок в дуб руку. Ну и что, ждем, получается. Получается, ждем на перемотке. Единственное, что надо сходить, было бы водички попить. А водички попить где я могу? Вот
там колодец есть. Ну тут раковины нет. Тут, в принципе, разбирать нечего. Ладно, ждем. Ждем, 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 ждем. Я бы такой, что поспал бы, если честно. Так, панические атаки мы скипнули. Картошку давай поешь. Ешь, ешь. Если и сегодня не прилетит, то я, конечно, не знаю уже. Как бы 8-й день. Пора бы, чувак. Если не на 8-й, так на 9-й точно. Так, скучно тебе, это я прекрасно понимаю. Мне это точно тоже скучно просто втыкать на экран. Но рисковать сейчас нет смысла никакого. Ради чего? Так, кури сишку. Так, 23:10, хорошо. Можно ложиться спать. Надеюсь, панических атак не будет ночью. Потому что они все испортят. Не, нормально. Выспался. Ну, короче, все. Сегодня он точно должен прилететь. Если не прилетит, то я не знаю, что это. Потому что он прилетает 6-9 день. Ну, видишь, я такой вот везучий. Вот и прилетел. Вовремя. Ровненько на 9-й день. Капуста залежавшаяся. Ничего страшного, ешь. Нам уже точно хуже не будет. А, она почти испортилась, кстати. Надо съедать. И вот это брокколи тоже надо будет доесть. Давай улетай, хорош тут кружить. Еще немножко подождем, пару часиков. Буквально. Вроде бы нормально. Все? Все. Ну, я предлагаю не рвать когти отсюда прям. А переночевать опять же здесь же. Так, никого ты тут не привел? Нет. Хорошо. Давай, скипаем время до завтра. Только выспись, прошу тебя. И надо будет выдвигаться на базу. Думаю, пойду через леса. Так, 4:20, нормально. То, что и надо. Так, давай консервированные персики открывай, ешь. И побежим. Накидай на пол, похер. Побежим мы. Получается, если смотреть по карте. Ну да, надо будет наискосок просто бежать. Почти что. Сейчас расцветет, будет нормально видно. Идем, идем, идем. О, кстати, можно же совместить приятное с полезным. Позаниматься собирательством немножко. А вот что-нибудь интересное найду. Городской район, понял. Городской район, значит, здесь. Ну, нихера ты здесь не найдешь, если здесь городской район. Камень нашел. Найс. Это на молоток. Можно было бы сделать.
но мне пока что не надо. Опс, еще кое-что видел. Тут что? Ветка. Хорошо. Это можно сделать уже молоток 100%. Тут что? Что это у нас? Шалфей. Отлично, берем. Шалфей вещь нужная. В блюдо пойдет потом. Это что? Розмарин. Тоже в блюдо пойдет. Собирательство первого уровня есть. Розмаринчик пойдет в пиццу когда-нибудь там. Может быть. Но это не точно. Так, мешок дупрук убери, потому что тебе, смотрю, так тяжело. Под кукурузу можно открыть и похавать. Так, в лесу мусорить я не буду. По личным убеждениям. Куда я там по карте ушел? Ну, я все правильно иду, короче. Сейчас, возможно, даже выйду как раз к этому. То место, откуда я ушел. Так, школьный рюкзак. Это ягоды какие? Неизвестные? Неизвестные ягоды. Журнал травника бы найти. Только где его искать? Я хер его знает, если честно. Ой, так, оригано. О! Вот это в пиццу надо по-любому. Это, ты чего? Ты чего здесь делаешь? Так, веточки мне не надо. Что там нам осталось? А, это немного до второго уровня. А нет у меня больше книжки. Не, у меня собирательство том первый только. Так, не надо мне ветки. Тут еще ветки будут. А нет, острый камень, кстати. Кстати, острый камень. А мы сейчас сделаем этот. Куда я его положу? Ау. Ладно, давай через крафт. Каменный ножик. А, подожди, я могу... Я могу и так сделать. Угу. Так, бери в обе руки. И пойдем. Длинная дробящая бы найти какую-нибудь монтировку, было бы классно. Ну а так... Ну а так, то такое. Что-то до лесу. Скучная серия, наверное, получается, да? Но ничего не поделаешь. Спешить в этой игре нет никакого смысла. Можно залутать себе неприятностей больших. Грибасы. Ну их с ними я тоже не могу разобраться. Не могу, точнее, не разобраться, а... Хавать, не хавать. Так, давай. На перемотке. Пробежимся. Я ж говорил, как раз выйду. Куда, туда, куда мне надо. К дороге. Так, сейчас самое главное не пропустить поворот нужный мне. Где там? Следующий. Следующий поворот, моя база. Получается. Идем. Вот он. Так, не этот. А вот этот. Это мое. Вот это вот мое. Привет. Дом, милый дом. Сейчас раскидаем по-быстренькому лут. Так, давай-ка. Копье ложи сюда. Одно и второе. Перекрытие текстур. Ладно. Так, грибы. Грибы неизвестные сюда. А, собственно, розмаринчик. И вот эти вот все штуки такие. То, что как...
можно считать добавки, можно ложить в холодос именно. Так, ну а консервы понятно куда. Консервы идут сюда. Так, ягодки тоже сюда идут в жук. Шалфей сюда же. Книжки. Книжки, книжки, книжки. Ох, блин, я испугался. Так. Так. Так, электронные часики. А, стоп, 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 стоп. Полоски кожи. Полоски кожи. Полоски кожи и тряпки. Были же у меня вот полоски кожи. Так, гвоздики. Так, электронные запчасти. Вот эту штуку. Эту штуку сюда. Нужно всего лишь пойти и почитать. Электрику том первый. Так, болты, гвозди, камень. Острый камень, две отвертки идут сюда. Семена клубники у меня где-то тут лежали. Вместе с садовыми вилками, вот. Их сюда. Так, нож для вилка. Нож для масла. Пищевая сода идет сюда. Ага, уже не влазит. Ну и ладно. Не влазит и не влазит. Список зомби-целей идет сюда, нож для конвертов идет сюда. На этом все, я с вами прощаюсь на сегодня. Спасибо за лайки и за комментарии. Лайк, подписка, колокольчик. Увидимся на стримах.